Добрый день, уважаемые выпускники! Здравствуйте, дорогие любимые выпускники 2021 факультета немецкого языка. 7 июля – важный день вашей будущей профессиональной деятельности. С сегодняшнего дня вы становитесь дипломированными специалистами высшего образования. Для бакалавров это первое высшее образование, а для магистров второй диплом, позволяющий вам работать в самых ответственных областях системы высшего образования нашей страны. И мне хочется очень надеяться, что этот день станет важной датой в вашем личном календаре. Я стою перед зданием родного университета, который для меня на протяжении многих-многих лет стал родным домом. И вот родные тополя, и тополиный пух в июле, и жара в июне. И я очень надеюсь, что ведущий вуз страны в области лингвистического образования стал и остается и будет оставаться родным домом для всех вас. Для этого достаточно зайти на сайт нашего университета и зарегистрироваться в качестве выпускников нашего университета в ассоциации выпускников. И тогда вы получаете документ, по которому вы в любое время можете прийти в свою родную Альма-Матер. Я поздравляю вас с этим знаменательным днем вашей жизни. Поздравляю ваших родителей, ваших родных, ваших близких, ваших друзей. Занесите эту дату в свой личный календарь. Хотелось бы вам пожелать не останавливаться на достигнутом. Бакалавров мы ждем, конечно, в магистратуре, а магистрантов мы ждем в аспирантуре. Конечно, сегодня вы взяли очень высокую вершину, но никогда не останавливайтесь на достигнутом. Я думаю, вы почувствовали вкус к науке. Помните, что говорил Антон Павлович Чехов? Наука – это важное, полезное и нужное дело в жизни каждого человека. Ну, а еще мне хотелось, чтобы вас сопровождала на протяжении всей жизни любовь. Любовь к родному университету, любовь к своим родным и близким, любовь к своей профессии и любовь к родному вам человеку. Я желаю вам найти такого человека и, конечно, создать семью. И чтобы вы через несколько лет привели к нам в университет своих детишек. Примите мои самые искренние поздравления. Расправьте плечи и в полет!